Расскажу, как получить те самые халявные промокоды, которыми можете воспользоваться на всех своих аккаунтах, введя его в специальном разделе магазина. Ну и получить, начиная от обычных контейнеров, заканчивая теми самыми танкоинами. Друзья, приветствую всех на канале, с вами Марло Хиро. И в сегодняшнем ролике вместе с вами поговорим о том, как же в нашей игре можно получить те самые промокоды на контейнеры, также ультраконтейнеры, возможно танкоины, вовсе бесплатно. Поэтому, в свою очередь, обязательно видеоролик поддерживайте активность в виде пальчика вверх. Заодно делитесь своими комментариями после просмотренного видеоролика. Ну и, конечно же, если впервые на канале, подписывайтесь и прожимайте колокольчики. Я, в свою очередь, уже как минимум один промокод, наверное, могу ввести, зайдя на другой аккаунт, потому что на основном аккаунте я уже воспользовался подобной возможностью. Промокод действует ровно сутки с момента выхода этого видеоролика, поэтому, друзья, успевайте как можно скорее на один ультраконтейнер. Но это только начало, то есть можно получить гораздо больше. Я сейчас расскажу, каким образом. Вышла как раз таки статья о том, что разработчики у нас, получается, зарегистрировались на новой социальной сети, это Reddit, на которой мы с вами сможем получать промокоды за подписку. При достижении определенного количества подписчиков мы публикуем промокод на особый приз для всех игроков. Когда на наш профиль будет подписано 10 тысяч человек, мы опубликуем промокод на 15 контейнеров. Когда подпишется 20 тысяч человек, промокод на 15 ультраконтейнеров. При достижении отметки в 30 тысяч подписчиков, каждый сможет активировать промокод на 150 танкоинов. Особая краска для подписчиков. Подписывайтесь на наш профиль Reddit, подтверждая подписку на сайте акции, получайте эксклюзивную краску для своего танка. Мы сейчас это все с вами сделаем. Я вам расскажу, как вы можете также получить промокодики. Общение на английском языке, но это как раз таки говорится о этой социальной сети, которая является неким таким форумом. Давайте нажимаем кнопочку «Забрать краску». С вами попадаем на специальный сайт, на котором нажимаем как раз таки кнопочку «Войти» и авторизируемся под своим аккаунтом. То есть я уже как раз таки зашел под своим основным. Ну и тут у нас есть два шага. Первый — подписаться. Сейчас это и сделаем максимально быстренько. То есть в моем случае я могу даже зайти через аккаунт в Гугле. То, что сейчас и сделаю. Так, ну что ж, друзья, авторизовался я под своим Google аккаунтом. Занял это буквально, наверное, минуту. Мы, кстати, уже видим, что 500 подписчиков имеется на данный момент. Также мы переходим обратно к кнопке «Привязать Reddit». Давайте как раз таки это вместе с вами и сделаем. Вот таким образом, нажав кнопку, и все, Reddit привязан, краска уже начислена на ваш аккаунт. Нифига себе, довольно просто. Давайте, наверное, перейдем как раз обратно к гаражику. Краски, кстати, увидим уже уведомление, которое появилось. И сейчас будем искать ту самую краску, которая могла появиться как раз на нашем аккаунте. Только интересно, в каком разделе. Так, ну, как минимум в этом разделе светится что-то. Я пока что, честно говоря, не заметил ее. Поэтому смотрим внимательней. Вот, нашел, вот она как раз таки в самом низу. Вот таким образом симпатичным. Мне кажется, выглядит, тем более, как говорится, бесплатно. Ну и, конечно, к тому же, тем ребятам, которые, возможно, не планируют регистрироваться на Reddit, а все зависит, конечно, от того, насколько много участников зарегистрируется, подпишется, и по итогу мы получим тем самым больше и больше промокодов, я советую присоединиться на наш сервер в Дискордике, потому что именно тут, для тех, кто не подписался, для тех, кто особо не следит за Reddit, я буду публиковать те самые промокоды, которые будут появляться. То есть, начиная от обычных контейнеров, 15 штук, заканчивая промокодом на тех самые танкоины. Поэтому обязательно переходите по ссылочке в описании под этим видеороликом. Обязательно этот промокодик я вам ставлю также в комментариях, дабы вам было удобно скопировать и ввести в том же магазинчике во вкладочке промокодик в самом низу. Поэтому, друзья, с вас огромнейший пальчик вверх. Обязательно пользуйтесь возможностью и не упускайте шанс получить ту же краску для коллекции, ну и заодно те самые промокодики, которые, возможно, принесут вам удачу, и вы сможете что-то из них обязательно выбить. Давайте, наверное, вместе с вами как раз таки и откроем 15 ультраконтейнеров, хоть я и получил сегодня лишь один пока что, но со временем будет и того, надеюсь, что больше. Так, синее свечение, ремкомплектики несколько раз, также фиолетовые кристаллики, видимо, ну и у нас опять же фиолетовые, то есть 50 тысяч кристалликов, даже и того больше.
потому что у нас выпало еще 20 тысяч, то есть 76 тысяч кристалликов мы с вами даже получаем. Ну и, конечно, не забывайте переходить на наш Discord сервер, на котором будут те самые промокоды на контейнеры и танкоины. Заодно, если были впервые на канале, подписывайтесь и прожимайте колокольчики. Ну а с вами был Immortal Hero, желаю всем хорошего дня, ну и до скорых встреч!